What's up, guys? С вами Малкия, Милка, Эндорфин, Сайн, Мад, Ваз, Фака, Эндрю, Гей, Гейнгс, Щит, Мадафака, Милка, Йоу, Ёпта. И сегодня мы бухаем в Grand Theft Auto 5. Или, как некоторые говорят, GTA 5, Мадафака. Йоу, хоми, я спустился в свой гараж и... А где моя тачка? What the fuck? У меня должно быть 3 тачки, из которых всего 2. То есть, как бы вы видите одну машину и один мотоцикл. Люблю я гонять на мотоцикле, потому что он жмет 230 км в час. Я могу обогнать вообще абсолютно любого, если же, конечно, не на суперкаре, который стоит 1 миллион. Йоу, Ципа, прыгай, бейба. Меня только что убил какой-то подонок, который сейчас поплатится за свое действие. На. За мою... За мою голову назначена цена 9000 американских рублей, пиздец. На, ёб твою мать, медь, это одна из тех машин, которые нужно доставить Симону. И я за это получу дополнительную награду. Я угнал от полиции, теперь все, что мне нужно сделать, так это поехать в автомастерскую, перекрасить данную тачку и доставить ее Симон. А вот мы и на месте играем, сучка, в тесте, ёпта. Сейчас Steel Rider прокачает мою тачку. Ремонт. Перекрасили, и теперь ее можно вести Симону. Появилась буква S английская на радаре. Куда мы, собственно, сейчас и направляемся, чтобы сдать нашу найденную тачку. Йоу, Си, принимай! Почти 10 тысяч мне заплатили, плюс накинули опыт. Сейчас у меня очень много денег на руках, поэтому мне пришло уведомление об этом. И мне советуют положить все деньги в банк. Это можно сделать, зайдя в интернет и нажать «Пополнить». Так, 9940, да, все. Теперь у меня в банке на моем счету лежит 52 500 долларов. Это долги, детка. Я хотел бы проверить одну гипотезу. Я смотрел фильм под названием «Острое недоумение», и там было сказано, что каждый человек способен летать. В критический момент у него должны появляться из спины крылья, и вы сможете взлететь. Но об этом нужно подумать хорошенечко, иначе крылья у вас не появятся. Итак, крылья, крылья, появитесь, крылья, появитесь, крылья, появитесь. Не успел. Каким-то чудом у меня появился парашют, который я вроде не покупал, хотя нет, пизжу, покупал. Да, я его не успел открыть. И посмотрите на мое личико, оно изуродовано всякими синяками, фингалами и прочими ранами, которые я обрел в командных боях. На перехват! Моя машина! Убирайся отсюда! А нет, без боя я тебе ее не отдам. Хопа! На, левый, правый хук. Еще разок. Хопа, с ноги, ляс, два. Ногой, хлоп. Внимание, вы становитесь психопатом. Теперь убивая вас, другие игроки будут получать РП. Да ни хрена подобного. Сколько раз я не убивал людей с красными точками, мне никогда не давали дополнительный опыт. Я этого не замечал. Сколько раз я его не убивал, никогда мне не давали опыт. Так что не ведитесь на эту всю чушь и можете спокойно валить, кого вам будет угодно. Мы ехали все в такси, насрал кто-то в голубцы. У меня большой пельмень, ты мне, братан, поверь. Оу, мы ехали в такси, насрал кто-то в голубцы. Большой-большой олень насрал мне под дверь. Лестер пригласил мне помочь ему. Все, что мне нужно сделать, так это грабануть нечистых копов. Поскольку никто не хочет помогать мне проходить данное задание, я начну проходить его сам, да, начать дело в одиночку. Окей, сначала я попробую все сделать по стелсу, осмотрю территорию, где там чё, кто как находится, у кого с какой жопы какая рука торчит, то что какой ствол держит,
И потом так, давайте, наверное, быстренько так медленно. Быстро-медленно проедем, чтобы нас не попалили. Вид от первого лица я уберу, потому что он сейчас не очень кстати. Я почему-то никого не вижу, поэтому вижу. Я видел там на карте только что переулок, через который можно пробраться. И как раз копы не смотрят в эту сторону, поэтому, наверное, можно будет сделать все по-тихому. Хотя нет, бляха-муха, здесь стоят также копы, поэтому придется действовать очень быстро и громко. Фу! Фу-я! Бэм-бэм-бэм! Сколько ярких огоньков! Этот гондон пытался меня обойти. Получи, паскуда. Их становится все больше и больше. Нужно пробиваться, потому что это реально не дело, и меня смогут в скором времени убить. Где мои гранатки? Ловите, твари! ACAB, мазафака! Буя! Буя! Так, быстро выскакиваем с тачки. Забираем бабки, перепрыгиваем. Забрать, забрал бабосики, забрал. Обычно в тачку, обратно в тачку, в тачку, в тачку. Объект подобран. Главное, чтобы меня сейчас не убили в последний момент. Да, все нормально, и шина у меня не пробитый. Теперь главное уйти от полиции. У меня 3 звезды. Думаю, не составит труда от них уйти, поскольку можно просто поехать в горы, и они там нас не найдут. Даже, наверное, еще будет проще, поскольку здесь есть вот недалеко мост, под которым можно спрятаться. К тому же за мной не едут копы, и вот еще один мост. Прочие тут навалом. Прячься за каким угодно. Жмут со всех сторон, падла. Жмут. Да, в последний момент мне удалось уйти от них. Так вот, мне интересно. Ой, так я проезжаю. У меня тут хард-пати. Я так чисто решил повеснуть. Интересно, если я выйду, он туда спрыгнет? А нет, вы посмотрите, умно сделали. Осталось еще чуть-чуть, и мы будем в тесте. Да, сколько же они заплатят? Поскольку я проходил один, ну, по идее, мне должны дать все больше денег, больше опыта. Так, 13 500, как-то маловато, я думал, будет больше. Я повысил свой уровень до 23-го, и сейчас мне должны разблокировать... Что разблокировать? Какие-то новые виды транспортных средств, оружие, эмблем, раскраски, детали, короче, для тачек и прочее. Мазафака, бичи! Они носили мне в дом кирпичи, но я хотел на них всех насрать. Это запретила сделать мне моя мать. Йоу! Ставьте лайки, если хотели бы, чтобы GTA 5 можно было заправлять бензином свою тачечку. Ее, мадафака! Ты хотел узнать, кто там насрал? Он насрал. Нельзя там срать, сколько повторять! Однажды мой сын спросил меня: пап, откуда берутся дети и что нужно для этого делать? А я ему ответил: да вот так! И вот так! И вот так! Вот так! И вот так! Даун! А на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока. Мои подписчики лучше всех!